Каспийский спортивный клуб «Аркада» распахнул свои двери для юных спортсменов. Летом этого года было принято решение провести ремонтные работы, так как помещение находилось в негодном состоянии. Сегодня сделали открытие. В этом нам помог наш руководитель клуба Запирисаев. Он полностью нам обновил зал. Уже до этого зал практически уже сыпался, да? А сегодня вот даже приятно находиться здесь. На открытии клуба присутствовали родители спортсменов, которые также ждали этого события. Обновленный зал намного просторнее прежнего. Теперь в нем есть и уголок с небольшим количеством тренажеров, чтобы дети могли размяться перед тренировкой. Как отмечает главный тренер Шамиль Амиров, каждому юному спортсмену нужен индивидуальный подход в работе. Но самое главное – это желание самого ребенка. Все дети, они разные. Есть 5 лет, которые приходили, они летают где-то, балуются. А есть, которые реально шустрые. Вот такие я родителям объясняю. Если они такие шустрые, то мы можем работать. Если нет, то еще рано. 25 сентября прошел чемпионат Дагестана по смешным единоборствам MMA Free Fighting «Свободный поединок», в котором участвовали и команда «Аркада». Готовиться к соревнованиям спортсменам приходилось на улице или на стадионе, а если не позволяла погода, то в любом свободном зале. Мои ученики заняли 5 первых мест, 2 вторых мест и 3 третьих мест. Общекомандная из человек 13 я выставил, мы заняли второе место. С чемпионата победителями вернулись Сайфулла Хамидов, Ахмед Султанов, Мухаммад Халидов, Асад Хамадов и Ибрагим Халилов. Ребятам на открытии клуба помимо медалей и грамот вручили призы в виде спортивных принадлежностей. Также автор. Похлопали еще раз. По словам главного тренера, прошедший чемпионат – это генеральная тренировка. Сейчас юноши активно готовятся к чемпионату России, который планируется провести в декабре этого года.